Всем привет, ребят! Сегодня вот у нас вторая часть вот с этим автомобилем. Видите, то есть кран приехал. Сейчас мы будем снимать отсюда. Наконец-то будем ее снимать отсюда. Потому что еще должны подъехать монтажники. Сейчас, ну, профлист привезти, то есть восстановить завод обратно. Огромное спасибо всем тем, кто помог нам по сбору средств на восстановление вот этого забора. Как бы все нормально, почти хватило, здорово. Ну, значит, короче, они сейчас его сделают, приедут. Но мы ее отсюда снимаем. Сделали новую систему отцепа. Но это уж точно должна сработать. Сейчас снимем, переложим ее туда. Ну и уже там поднимем и хлопнем ее, короче, как следует. Пока вот она еще в пленке у нас обмотанная. Ну что, поехали. Вот такая система отцепа, ребят, была придумана и сделана. Ну, здесь простое ухо, как бы ничего сложного, с простым фиксатором. И даже не знаю, это с какого-то ящика, по-моему, стырили. Ну, естественно, все вот этот рычаг удлинен, чтобы легче было тянуть. Ну, естественно, удлиненная серьга, чтобы он здесь проходил, то есть спокойно. Значит, сейчас мы все это дело цепляем. Поднимем и хлопнем ее вообще как следует. Я думаю, с этой уже штукой это у нас промахов не получится, как в прошлый раз. А, кстати, забор восстановили. Все нормально. Здорово, прям отлично. Как будто ничего и не было.
Ну и вот, как вы можете видеть, упаковочная пленка почему-то не помогла маленько. Ну это ерунда, машина стала чуть-чуть пониже, чуть-чуть покороче. Вести сейчас приемку будет удобнее, большую машину не надо вызывать. Я думаю, она и в маленькую войдет. Но ехать, конечно, на ней своим ходом не фонтан. Да, жулик, ты обшел. Так что на этом наш эксперимент заканчивается. Он прошел очень даже удачно. Не выдержал он все-таки такой нагрузки. Но это не беда, еще кучу наберем. Обязательно предлагайте что-нибудь. Ставьте лайки, если понравилось, подписывайтесь. Так что на этом все. Всем пока.